Всем здарова, дорогие друзья, с вами Даваска. В этом видео, по сути, не будет топ-10, типа от худшего к лучшему. Я просто покажу 10 самых лучших бесплатных наборов во Free Fire, по моему мнению. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Открывает наш топ, ну не топ, а просто самые популярные бесплатные наборы, именно набор Данк Мастера. Именно за его кроссы он считается самым популярным, потому что похожие кроссовочки в игре есть, но по популярности они могут сравниться только либо с белыми кедами, либо с кроссами Астро, либо же со сланцами. Как бы дико это не звучало. Эти кроссы обожают все. И обычные игроки, и донатеры, и недонатеры, и фастерки, и я в том числе. Все, это был первый бесплатный набор, теперь переходим ко второму. А дальше у нас идет вот такой вот второй, как я уже сказал, золотой джекпот. Если кто-то усирается и говорит то, что это был первый золотой джекпот во Free Fire, можете смело плевать ему в лицо, потому что он не прав. Его в свое время обожали и носили абсолютно все. Он стал популярен только благодаря своей курточке, потому что она шикарнейшим образом смотрелась со штанами выжившего. И в то время в игре не было очень такого большого разнообразия вещей. И с этой, именно с этой курточкой обожали и носили абсолютно все. Даже я в свое время и играл в сете с этой курточкой. Кроссы тут такие себе, шортики в принципе неплохие, причесочка в принципе тоже норм. Следующий бесплатный набор — юнец. Он стал популярным благодаря своим кроссовочкам, белые кеды именно с этого набора. Также с этого набора идут еще вот эти штанишки, которые в последнее время почему-то очень популярны у фастерков. Торс от этого набора — это рубашечка и жилеточка. Он не популярен, с ним никто не играет. Возможно, из-за того, что он не скрывает набор... Ой, не набор, а бронежилет. Следующий наборчик — это северный рог. Он... вышел в игре довольно-таки недавно. Можно сказать, это один из самых новых и бесплатных наборов. И он попал в мой топ благодаря прическе, торсу и штанам. Прическа великолепная, черно-синяя. Я ее очень часто использую, когда собираю сеты без доната на различных аккаунтах. Торс шикарный, черно-белый, с красной вставочкой на спине. Я его тоже довольно-таки часто использую. Штанишки, в принципе, норм, но под них довольно-таки сложно что-то подобрать, но они шикарные. Обувь, ну, обувь, что с нее взять? Не каждый набор во Free Fire славится шикарной обувью. Поэтому мы переходим к следующему набору. Тут целых 7 наборов, а не один. Все мы помним замечательную коллаборацию с BTS. И мы все также прекрасно помним, что один из 7 наборов можно было получить совершенно бесплатно. Поэтому любой из этих 7 наборов мы можем считать абсолютно бесплатным. Лично мне бесплатно выпал вот этот наборчик, а какой выпал тебе, обязательно напиши в комментариях. Я встречал людей, которым бесплатно выпал вот этот шикарнейший наборчик. Правда, шикарным его назвать довольно-таки тяжело, потому что из играбельного тут только прическа и кроссы. Но самым лучшим я считаю вот этот и вот этот фиолетовый наборчик. Также я встречал людей, которым вот этот набор упал совершенно бесплатно. Самым худшим набором в коллаборации я считаю вот этот наборчик. Следующий бесплатный наборчик — это набор с коллаборацией Веном. Сейчас я его надену, вы тоже поймете, что это за наборчик и почему он попал в мой сегодняшний топ. Вот такой вот шикарнейший наборчик, но...
Не могу сказать, что он прямо великолепный, потому что прическа — это рескин уже имеющейся прически, торс, штаны и обувь тоже. В этом наборе, по сути, идеально все. Прикольная серая причесочка, синяя масочка. Была бы она черная, было бы лучше, потому что в черные сеты ее уже не наденешь. Шикарнейшая черно-красная курточка с белыми вставками. С красными штанами ангела она просто великолепно смотрится. Шикарные черно-красные штаны, которые подходят под все черно-красные торсы. Только самое важное, чтобы это были курточки, которые ниже пояса. И тогда они с ними вообще великолепно сочетаются. Обувь, опять же, не самая лучшая. Огромные серые говнодавы. И, в принципе, все. Но набор великолепный, и он заслуженно стоит в этом видосе. Также внепланово я хочу сказать пару слов вот про этот розовый наборчик. Он стал бесплатным довольно-таки недавно. Но я не могу сказать, что это прямо вау, какой наборчик, но он бесплатный, и это круто. Следующий наборчик — это коллаборация со Славой Мерлоу. Это довольно-таки сложный набор, в нем очень прикольная курточка, штанишки. Довольно-таки много сетов было с ним собрано, в еще больших люди играют до сих пор. И я усиленно не могу найти курточку от этого набора, чтобы вам ее показать. Потому что я думал, что она находится ниже. Но походу, да, она вот. Прикольная черно-красная масочка с белой вставочкой. Шикарная куртка, довольно-таки неплохие штаны. С обувью, опять же, не самая лучшая ситуация. Все из-за того же, что не каждый набор, особенно если он бесплатный, славится своими шикарными кроссами. Также какой-то из этих черно-красных наборчиков в игре появился недавно и бесплатно. Сейчас я вам его найду и тоже покажу. Вот этот шикарный наборчик был в игре недавно и абсолютно бесплатно. Довольно-таки неплохая черно-красная шляпа с белыми волосами, шикарная черно-бело-красная масочка, черно-красный торс, черно-красные штанишки. Обувь, опять же, такое себе. Но он подкупает себя тем, что он бесплатный, и довольно на такие шикарные наесеты мы с ними можем собирать. Следующий бесплатный набор — это батыр. Не могу сказать, что он прямо полностью шикарный, но шляпа, торс и обувь — такое себе. Но штанишки — это просто идеал. Вот такой вот сетик можно с ним собрать. И он будет, ну, просто великолепным. Черные штаны с этого набора, они идеальны. А бесплатный он, потому что его можно было выбить бесплатно в лутбоксах. И также сейчас его можно забрать за магический куб. Я только, правда, не знаю, я давно туда не заходил, остался он или нет. Но он там был, люди его забирали, и все было великолепно. Следующий бесплатный наборчик, я уже знаю, где он лежит, поэтому не будет долгих поисков. Это набор вот этот. Я считаю, что это самый годный халявный набор чуть ли не за все время истории Free Fire, потому что тут великолепная куртка, штаны, кроссы, маска есть, что самое великолепное. Это самый годный бесплатный набор, опять же, по моему мнению. И именно бесплатный, если не брать наборы с коллаборацией BTS. Потому что по крутости с ним может посоревноваться только Dunk Master, либо же какой-нибудь наборчик из BTS. И все. Но прикол-то в том, что в Dunk Master годные только кроссы. Тут годные как минимум три вещи. Это маска, торс и штанишки. И завершаем мы этот замечательный выпуск набором за бесплатные фиолетовые алмазы и также можно сказать, что за красные жетоны, потому что его вроде бы добавили в обменник за красные жетоны. К сожалению, в этом наборе прикольные только торс и штанишки. Штанишки в особенности очень круто сочетаются с этим торсом.
И с ними вот именно коллаборируя эти два набора, можно собрать просто великолепный сетик. А если сюда еще добавить бесплатный декабрьский пропуск и набора Северный Ярок, все, получится просто великолепный сет. На этом мое видео завершено. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, и да пребудет с вами стиль.